зовут Азамат Обакиров, родом я из Астаны, я тренер по шахматам. В нашей семье, получается, я самый младший, у меня есть еще две старшие сестры. Шахматами у нас никто не увлекался. Так получилось, что знакомство с шахматами произошло в садике. То есть это сейчас у нас в каждом детском саду есть секции по шахматам. В далеком, получается, 90-м году это была экспериментальная группа шахмат. И затем уже, когда встал вопрос, какую секцию выбрать, я, недолго думая, получается, сказал родителям, давайте попробуем шахматы. И так я открыл для себя новый шахматный мир. Наверное, так было суждено, что мы попали к одному из сильнейших тренеров Казахстана, Черепанова Ольга Африкановна. Я благодарен этой женщине за то, что она привила любовь к шахматам, которую мы сейчас передаем. Я был призером чемпионата города, чемпионата Казахстана, членом детской олимпийской сборной до 16 лет. У каждого человека свой путь. У меня, получается, другая специальность. Я инженер по специальности. И думал, вот на время, пока не найду работу по основной специальности, буду работать вот тренером. Но, как говорится, нет ничего постоянного, чем временное. То есть со временем эта работа, правда, действительно поглотила, она стала приносить удовольствие. Работа с детьми, я считаю, что это благодарная работа. Когда ученики только стали приносить первые результаты, то есть в это время уже что-то стало в сердце ёкать. Я работаю тренером уже около 15 лет, являюсь КМС по шахматам, тренером высшей категории, тренер ФИДЕ, международный арбитр, организатор ФИДЕ. Наши ученики, их результаты – это лучшая наша визитная карточка, резюме. У меня есть такая ученица, она, наверное, у всех на слуху, это Бибисара Саубаева. Двукратная чемпионка мира среди женщин. На сегодняшний день это единственная в Казахстане чемпионка мира среди женщин. Также есть ученики, это чемпионы Казахстана, чемпионы Азии, призеры Азии. То есть это еще пока достаточно юные шахматисты. В ближайшее время, то есть мы надеемся, что эти ребята станут резервом нашей сборной. Мы к этому стремимся сейчас. Если говорить о школе, в которой я работаю, это центральный шахматный клуб. Такие небольшие цифры, это около 11 чемпионов мира, Азии было воспитано, еще больше призеров чемпионатов Азии и мира. И как бы, если говорить о чемпионатах Казахстана, то мы воспитали 65 чемпионов в различных возрастных категориях. За буквально одно десятилетие шахматы шагнули в нашей республике на новый уровень. Наши дети – это наш бренд, их сейчас стали узнавать, их фамилии уже на слуху. На сегодняшний день государственный сектор – это вот именно организации, которые отвечают за развитие спорта, оказывают хорошую поддержку нашим ученикам. Это и командирование на какие-то престижные турниры, это и проведение учебно-тренировочных сборов. То есть все это, конечно же, помогает ребятам. На ближайшее будущее цель – это воспитание чемпионов мира среди мужчин, женщин. Хотелось бы выразить большую благодарность это своей семье, потому что ни одно достижение не получится, если у тебя не будет крепкого тыла. И в завершение хотелось бы сказать, развивайтесь, покоряйте новые вершины. Жизнь многогранна. Только так вы сможете найти свое призвание.